9 декабря во всем мире отмечается День борьбы с коррупцией. Коррупция имеет много разновидностей – взяточничество, незаконное присвоение товаров и услуг, предназначенных для общественного потребления, кумовство, оказание влияния при выработке законов и правил в целях получения личной выгоды. Международное сообщество и широкая общественность во всех странах постоянно требуют от публичных должностных лиц большей открытости и подотчетности, в том числе в России и в Туве. Так, по данным Республиканской прокуратуры, за 11 месяцев текущего года органами прокуратуры выявлено более 400 различных нарушений антикоррупционного законодательства. По словам Владислава Пеняева, начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии с коррупцией Республиканской прокуратуры, за 9 месяцев в Туве зарегистрировано более 70 преступлений коррупционной направленности, что больше на 18% прошлого года. 2/3 этих преступлений связаны с хищением бюджетных средств и использованием служебного положения. Также выявлено 12 фактов взяточничества. Следственным комитетом республики возбуждено более 30 уголовных дел, совершенных в крупном и особо крупном размерах. Самые резонансные уголовные дела – это, наверное, те, которые связаны с хищением бюджетных денежных средств. И в том числе масштабно выявлялись в этом году такие преступления, как хищение денежных средств, выделенных по программе переселения граждан из ветхого аварийного жилого фонда.